Всем привет! Сегодня хочу рассказать и показать десерт, который очень любят в Турции. Называется ашуре, и его готовят в определенное время, но не летом. В него добавляют много всего, и жители Турции считают, что этот десерт полезен для здоровья. Итак, три основных составляющих этого рецепта, как бы странно ни прозвучало, это перловка, нут и фасоль. Белую фасоль и нут нужно предварительно замочить в воде. Через сутки по отдельности варим нут, белую фасоль и перловку. Тут есть один нюанс. Когда перловка закипит, нужно ее переложить в чистую воду и дальше варить по такому же аналогу. То есть один либо два раза мы воду меняем, в которой варилась перловка. Пока варятся крупы, нужно приготовить остальные ингредиенты. Замачиваем сушеные фрукты, список которых я напишу ниже. Миндаль и черную смородину. Воду с черной смородиной нужно будет вскипятить. В яблоко с разных сторон натыкаем гвоздику. Кожуру от апельсина мелко нарезаем. Очищаем миндаль, и это не составит никакого труда, если вы предварительно замочили миндаль в кипяченой воде. Когда перлова будет полуготовая, добавляю еще немного кипяченой воды, если необходимо, и бросаю туда яблоко с гвоздикой. Даю немного покипеть, затем добавляю нут и белую фасоль. Если яблоко разварилось, вынимаю. Добавляю кожуру апельсина, смородину, сухие фрукты и тщательно перемешиваю. А в последнюю очередь добавляю корицу, сахар, немного соли и самым последним фундук. Ашуре готовы, осталось только разлить по чашечкам и украсить. А разукрашивать я буду гранатом, миндалем, фисташками и кое-где добавила грецкий орех. А вообще гранат очень классно подходит к этому десерту. Спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока!